Здравствуйте! Вас приветствует компания Батискаф. Меня зовут Александр. Сегодня опять как ухаживать за вашей трубкой? Купили вы себе трубку, хорошую, плохую, все равно хочется, чтобы она подольше сохранилась. Желаю вам, конечно, купить хорошую трубку в нашем магазине Батискаф. Ссылочку я оставлю в описании. Там вы найдете очень-очень много хороших трубок. Какая бы то ни была трубка, с двумя клапанами сухая, либо просто обыкновенная, из черного, либо из прозрачного силикона. Точно так же, как и с масками, самое главное, это не хранить трубку на солнце, потому как силиконовые загубники очень быстро станут такими жесткими, расползутся, и их будет не очень приятно удерживать в воде, и плюс они начнут понемногу пропускать. Плюс пропускать, конечно же, начнут и клапана, как верхний, так и нижний. Ну, допустим, в случае с вот такой вот трубкой клапанов нету, поэтому пропускать особо нечему, но все равно загубник станет не очень приятный. Когда он мягкий такой силиконовый, его намного комфортнее, удобнее и приятнее просто удерживать в зубах. Опять же, коснемся прозрачности силикона. Прозрачный силикон на солнце желтеет, поэтому держите его дальше от ультрафиолетовых лучей. Ну и самая важная рекомендация. Промывайте вашу трубку после соленой воды. Обыкновенной проточной водой. Под краник с водичкой, чик-чик-чик, даже изнутри прям промыли, загубничек промыли от слюны, от соли, все, чистенькую трубку положили в тенечек, она там высохла, либо не высохла, есть. Точно так же и с трубками, которые с двумя клапанами. Под водичку промыли, туда-сюда набрали воды, изнутри промыли клапана. Нижний клапан промыли под небольшим напором, верхний клапан точно так же промыли, чтобы не было ни песка, ни грязи, ни соли, чтобы трубка нигде ничего не пропускала. Все положили в тенечек сушиться, либо в коробочку, либо в вашу сумку с ластами, с маской. Все, в следующий раз берем трубку, она свежая, чистая, приятная. И будем надеяться, что мягенькая. Как я уже и говорил, заказать хорошую трубку вы сможете по ссылочке в описании в нашем магазине Батискаф. И, конечно же, подписывайтесь на наш YouTube-канал, на нашу страницу на Фейсбуке. Всех вас радостно ждем в нашем магазине Батискаф. Всегда рады помочь советам в приобретении хорошего дайверского оборудования. Все, до свидания.